Умение оказать первую помощь – это как умение читать и писать. Нужно каждому. В экстренной ситуации такой навык может спасти чью-то жизнь. В Самаре провели семинар «Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим. От теории до практики». Участниками стали 150 специалистов по охране труда из разных организаций. Поскольку несчастный случай может произойти абсолютно с любым человеком, поэтому и нельзя выделять какую-то отдельную категорию работодателей, которых наш семинар был бы актуален. Он актуален абсолютно для всех работодателей, которые осуществляют свою деятельность на территории города Самары. Мы очень надеемся, что те знания, которые они получат в рамках сегодняшнего мероприятия, они передадут уже дальше своим работникам. Семинар включал в себя как теоретическую, так и практическую часть. Сначала участникам рассказали об изменениях в правилах оказания первой помощи, которые вступили в силу с начала сентября, а потом кандидат медицинских наук Михаил Чуприлин провел мастер-класс, показал, как помогать людям в экстренной ситуации. Медицинская помощь, она начинается, даже экстренная помощь, через 20 минут практически. Пока поступает сигнал о том, что человек находится в угрожающей жизни ситуации. Машина скорой помощи, приняв вызов от диспетчера скорой, выезжает, но пройдет 20 минут и может такое быть, что уже приезжает, когда человек уже необратимые изменения, он погиб. Михаил рассказывает, что научиться оказывать первую медицинскую помощь может каждый. Курс обучения занимает 16 часов, а углубленная подготовка – 40. Елизавета Прокопенкова, Валерий Майоров. События.